Это Андрей, канал «Космос просто». Привет всем, кто недавно подписался на мой канал, а также тем, кто со мной с самого начала, я знаю, что такие есть. Как вы успели заметить, это немного необычное видео, но совсем неформальное и, главное, без сценария. Все дело в том, что, как оказалось, каналу «Космос просто» исполняется 2 года. 28 мая 2016 года на моем канале вышло первое видео о космосе. Это был коротенький, простенький ролик длительностью 40 секунд, который я снял на фоне телевизора и смонтировал на коленке. И уже после этого я начал снимать все больше и больше. И на данный момент на канале уже чуть меньше 50 роликов. Мы запустили новую рубрику «Астрообзор», уже вышло 4 выпуска. Судя по вашим отзывам, она вам нравится. Хотя, конечно же, такие ролики, как обычно, смотрят меньше, чем всякие хайповые видео. Не будем говорить о чем. Я надеюсь, вы заметили, что улучшилось качество видео, улучшилось качество звука. А самое главное, что ролики стали выходить более регулярно. Это потому, что теперь я работаю не один, а мне помогает команда. Если раньше между роликами диапазон мог составлять месяц, то теперь мы стараемся выпускать их каждую неделю. Ну, иногда бывают небольшие сбои. На этой неделе выйдет новое классное видео. Я надеюсь, что оно вам очень понравится. А пока вы можете посмотреть ролик на канале «Чуть-чуть о науке», в котором я принял участие. Это видео о парадоксе Ферми, в котором я рассказываю об уравнении Дрейка. Последнее время на канале достаточно бурный рост подписчиков. Еще несколько месяцев назад, в конце 2017 года, на канале было около 3000 подписчиков. Ну и сейчас мы уже приближаемся к отметке в 30. Я надеюсь, этот рост будет дальше продолжаться. Ну и, конечно, какой день рождения без подарков? Я хочу разыграть несколько небольших призов. Во-первых, это вот такие футболки с логотипом «Космос просто». Их будет 5 штук. А также 5 электронных версий, лицензионных электронных версий научно-популярных книг. Если в результате розыгрыша вы выигрываете футболку, я с вами свяжусь, вы мне скажете свой размер, и мы отправим вам эту футболку. Если же вы выигрываете книгу, то вам нужно будет выбрать понравившуюся вам книгу из этого списка. Я его еще продублирую в описании к видео. И также я с вами свяжусь, и я отправлю вам лицензионную электронную копию этой книги. Разыграем мы все это через неделю на стриме. Точную дату и время я опубликую в группе ВКонтакте, так что подписывайтесь, если вы еще на нее не подписались. А также размещу во вкладке «Сообщество» моего канала. Принять участие в розыгрыше очень просто. Нужно оставить комментарий под этим видео именно на YouTube, а не ВКонтакте, поставить этому видео лайк и, конечно, быть подписанным на канал. Если вы ничего не выиграете, не расстраивайтесь, я думаю, это не последний розыгрыш, и мы еще много чего разыграем в будущем. Так что принимайте участие, всем удачи, пока!